анонс и дата выхода со 126 по 130 серию турецкого сериала «Клятва». Новые серии продолжат выходить с понедельника 25 ноября. С русской озвучкой серии будут выходить через пару дней. Напомним, в предыдущих сериях мы увидели, как Райхан больше не намерена терпеть издевательства над собой, и она собирается постоять за себя. Ей не удалось еще раз разрешить множество проблем, но Райхан не собирается отступать, и она сделает все для того, чтобы стать наконец-то по-настоящему счастливой. Райхан продолжает вести свое новое расследование, и она становится совсем близко к тому, чтобы разгадать истинную причину внезапной болезни Хикмета. Из-за последних событий Райхан, сама того не желая, причиняет боль Эмиру, но с этим она ничего сделать не может, ведь героиня прекрасно понимает, что пока не раскроет правды и не выведет на чистую воду Джавидан, они не смогут жить спокойно с Эмиром. В этот момент Джавидан начинает осознавать, что совсем скоро правда выйдет на поверхность, и тогда она начинает строить план, чтобы этого не произошло. Эмир говорит Райхан о том, что он узнал про ее слабое оружие, и это молчание, только для него она безразлична. В то же время Кемаль начинает осознавать, что ему необходимо держать дистанцию с Нарин, но как это сделать, он не знает, ведь им приходится видеться каждый день. Когда Джавидан и Джимре сидели и обсуждали Райхан, то Джимре перевернула вазу со сладостями и приказала убрать за ней Райхан. В этот момент в гостиную заходит Эмир и видит, как Райхан на коленях перед Джавидан и Джимре убирает с пола. Он пришел в ярость от увиденного и стал кричать на свою мать, а также Джимре, говоря, что Райхан в этом доме не прислуга и не должна убирать за ними. Напомним, продолжение со 126 серии сериала «Клятва» продолжит выходить с понедельника 25 ноября. Ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о турецких сериалах. Спасибо за подписку и лайки.